Всем привет, с вами Алексаша, и это 16-я часть летсплея по игре Капитан Цубаса 2. Нас ждет финальная команда Азиатского кубка. Это сборная Японии. Это такая солянка из лучших игроков Японии, таких как Джито, Сано, Хьюга, Вакашимадзу, Мацуяма, Мисаки, Ишизаки. Во втором тайме у этой команды выходит Мисуги, Нита, братья Тачибана, Сода. Кого еще забыл? Может, вспомню. В общем, если кого забыл, вспомню уже во время матча. Я этой команде уже проиграл два раза. Первый раз вообще очень позорно, можно сказать. 1-7, всего один гол я смог забить. Второй раз был более упорный. Игра даже дошла до овертайма. Но в овертайме я все равно проиграл 6-8. Хотя там в первом тайме было все 1-1. Но во втором тайме я не смог достаточно хорошо защитить свои ворота. Так что сейчас я прохожу в эту команду третий раз. Уже команда прокачалась, я думаю, уже можно сказать, очень сильно. И поэтому этот раз должен быть, по идее, последним. То есть я очень надеюсь, что я пройду с этого раза эту команду. Так, финал Сан-Паулу против Японии. Так, начнем. Посмотрим сначала заставку. Пас, это будет трудно. Ну, трудно, наверное, победить, типа, их команду. Я так думаю, Мисаки. Посмотрим, кто лучше. Так, они разводят. Так, в этой, кстати, игре тайм подлиннее, чем в обычной. По 35 минут. Два тайма, как с командой Тоха было. Так, мяч уже у Хьюги, блин. Батиста хотя бы перехват... Ну, перехватывает, да. Так, пас. Но Батиста ничего не может сделать. Мяч у Нитты. Так, и Falcon Shot от Нитты. Так, ну там... Дотил ничего не может сделать. Так, Ленард, ты должен отбить. Ленард легко отбивает. Ну и он уже прокачался на 2 левела. Так что так. И сейчас мы видим новый суперудар, который делают Джито и братья Тачибана, называемый Skylab 2X Shot или X2 Shot. Но его Ленард, я надеюсь, тоже отобьет. Штанга! Нам везет. Так. Под Джито. Ну, сейчас Джито будет бить. Скорее всего, ну, перехватывайте. Пас дает. Так, Бэбинтон замедляет только. Так, мяч у Хьюги. Так. Это будет удар через себя. Нет, пас он дает. Интересно. Аморал замедляет мяч. Кому пас? Пас Нитте. Но мяч высоко. Ленард без баланса. Сюда, что ли, будет головой? Интересно. Штанга опять. И мяч у нас. Да, сегодня штанга играет за нас. Так. Дадим пас Бэмингтону. И пойдем в контратаку. Так, нет. Я думал, кто-то будет нападать, но все почему-то разошлись. Из команды противника решили не нападать. Очень даже хорошо. Так, сейчас дадим пас Цубасе. Так, там кто-то есть, Ишизаки, но он ничего не может сделать, конечно же. Так, мяч высоко. Я ударю просто головой. Я думаю, этого будет даже достаточно. А нет, Вакашимадзу отбивает. Трудом, но отбивает. Так. Подавать будет Платон. На Тахамату. Потом Тахамата попытается центрировать. Ну, не совсем разошлись игроки, как я хотел. Так, опять мяч высоко. Но сейчас сделал удар. О, 5 защитников. Значит, сейчас вратарь, по идее, будет выходить из ворот, да? Так, ну я не знаю. Я, может быть... Я сделаю простой удар через себя.
А, нет, Вакашимаса не выходит из ворот, но 4 защитника. Плюс Скайлаб Паскат от одного из братьев Тачибана, плюс Мисаки и фол. И пенальти в ворота противника. Так, кто пробьет? Ну, пусть пробьет Бэдминтон. Так, как всегда, рандом. И гол первый забивает Бэдминтон. Отлично. В предыдущих матчах всегда первый гол забивали команда противника, так что это хороший знак. Так, они опять разводят мяч у Нитте. Так, Цубаса, так. Я думал, он пас будет давать. Ошибся. Где мяч? Номер 10 его закрывает. Так, профессионально. Так, мяч у Хьюги уже. Он дает пас. Опять Нитте. Нитта пасуется. Но там Марини замедляет. Там Бэдминтон, по-моему, был. Нет, там Дотил. Но он сейчас будет делать Фелкон волей. Ну, конечно, Дотил его выбил. А, Мисаки, блин, и здесь только тоже Дотил. Но вот против Мисаки-то Дотил... А, нет, выбивает. Молодец, Дотил. Два раза, можно сказать, спас команду. Номер 8. Слишком активно прессует Амарала. Поэтому дадим пас Цубасе. Так, ну, блин. Я не хочу вести Цубасы, потому что... Тратить его энергию зря нам ни к чему. Так, хороший пас Гилу. Так, номер 5 как-то активно действует. По сути, с Тахаматой. Может, попытаемся ударить. Или попытаемся, я не знаю. Давайте попробуем. Вдруг получится. Так, воли шот от Гила. И гол! Неожиданно. Я не ожидал, что Гил сможет забить гол. Мы уже лидируем на 2 мяча. Это определенно будет победный матч. Ну, закрывайте его, закрывайте. Так, Батиста. Тейкл, Цубаса. Ничего не делай, Платон Паскат. А он дриблинг делает, да? Вот, блин. Когда надо, он не хочет пасоваться, а? Так, пас Хьюги. Так, ну Дотил вроде бы закрыл, надеюсь. Так, он дает пас Ишизаки. Неожиданно. Он сейчас будет... Он пасуется через Гила. Гил блокирует. И не терять мяч. Это была ошибка пасоваться. Прям гуще. Там даже Цубаса был, там Бэдминтон был. Так что это ошибка компа. Стоило ему мяча. Так, дадим пас Бэдминтону. Так, попасуемся с Батистой. Но там есть Сода. Сода блокирует и отбивает мяч. Но мяч все равно у нас. Вот Ахаматы. Так, кому бы дать пас? Блин, до Цубаса-то, наверное, не дойдет. Но я попробую. Вдруг дать... Нет, смотри, номер 5 не смог блокировать. Здесь пока Шимазу и Мацуяма, но я ударю. Шимазу выходит из ворот, Мацуяма... И удар по пустым воротам, и третий гол! Отлично! Ну, первый тайм очень удачно для нас пока складывается, прям... Даже ни одного мяча не пропустили. Сано пасуется через Цубасу, но Цубас только замедляет почему-то, а не отбивает мяч. Так, Бэдминтон, давай. Молодцом. Так, ну, давай, предположим, ты сделаешь паскат. И фол, и сейчас будет удар от вор... штрафной. Нет, слева, предположим. Исаки бьет и... отбивает кто-то мяч. И мяч у нас... Осталось меньше 5 минут до конца тайма. Так, номер 2 прессует Гила. Дадим пас Тахамате. Так. Ждем Бэдминтон или Цубасу. Блин, Джито и Мацуяма блокируют.
пас Бэббинтону, но Джито делает Power Tackle, и, скорее всего, он сейчас выбьет Тахамату, хотя... Нет, он уходит. Молодец. Но Мацуяма... Да, Мацуяма делает паскат, и мяч теперь у них. Так, пас сразу Мисаки. Так, уже закончилось время основное, идет дополнительное время. Пас Хьюги. Почему Аморал не блокирует? Дотил, теперь только ты остаешься. Так. Тейкл. И форс дриблинг от Хьюги. И фол. И опять сейчас будет удар от штрафной. А, кстати, после удара будет сразу свисток. Так что даже... Или нет? Ну, все равно мяч у нас остается. Все, свисток. 3-0. Пока безоговорочное доминирование нашей команды. Так, теперь у них вместо Ниты вышел Мисуги. Так. Так, уйдем от номера 9, 10, 11. Сейчас Хьюги, Мисаки и Мисуги, соответственно. Так, отлично. А, блин. Сразу напоролись на... Шизаки и Масао. С помощью халифта уйдем от них. Блин, надо было простой дриблинг делать. И фол. Сейчас будет штрафной удар в сторону. Так, пробьет, знаете кто? Пусть Бэббинтон пробьет. Бей. Слева. Закручивай. Ну, Сано ловит мяч. Сразу дает пас Масао. Так, ну Лима... Так, тейкл. Лима выбивает мяч. Но мяч у Соуды. Сейчас будет разор пас. Так и есть. Там есть Платон. Ничего не может сделать. Но там еще есть Батиста. Но тоже ничего не может сделать. Но там еще есть Лима. И никто ничего не может сделать против разор паса. Так, здесь Аморал. Так, подкат. И он опять делает форс дриблинг и уходит просто. Так, дотил, дотил. Блин. Кому дает пас? Мисуги, блин. Линар только здесь есть, ну. Я ничего не могу сделать против Мисуги. Он ловит мяч. Хочет... Нет, он не хочет один на один с вратарем выйти. Хочешь, чтобы ударили братья Тачибана и Джито? Красивый удар, кстати, мне он нравится. Такой эффектный. Единственный тройной в этой игре, кстати. Так, дотил. Замедляет. Ну, я ловить не буду, но я, скорее всего, отобью. А нет, они забивают первый гол. Ну что ж. Все-таки... Без голов-то они вряд ли бы ушли, ну... В том смысле, что... Так, чё, я сразу наказал, напоролся. В том смысле, что... Не бы по-любому хоть раз-то забили бы. Так, дадим сразу пас Субасе. Да блин, тут слишком много игроков. Так, дадим пас Бэббинтону драйв-пасом. Я не показывал еще ни в одной серии летсплей драйв-пас. Вот, увидите. Но он как... Драйв-шот, только пас. Если можно так выразить. Так, здесь Сано и Мисуги. Но Бэббинтон сейчас будет пасоваться. Надеюсь, Мисуги... Он выбрал блок, отлично. Зачем он выбрал блок, если я в любом случае бы не бил с того места... Блин. Ну, как много, а? Но зато Цубаса один... Так, Razor Tackle от Соуды. Но Бэббинтон уходит. Пас. Фейсблок от Ишизаки, но он, конечно же, не работает против паса. Так, чё же выбрал один из братьев Тачибана? Паскат. Он выбрал блок и выбивает мяч. А почему блок с ногой? Блок же обычно телом делается. Так, ну я пробую Гиллом еще раз ударить, а вдруг Авакшимаз выходит и забирает мяч.
Так, и мяч у Хьюги сразу. Так, ну Лима пытается помешать, но у него вряд ли, конечно же, это получится, скорее всего. Аут. Лима выбит. Но Хьюга замедлился. Так. Морал. Блин. Опять пас Мисуги. И сейчас будет специальный удар от Мисуги. Специальный удар через себя. Гипер. Байсайкл шот. Это второй гол. Так. Это уже опасно. То в первом тайме, так можно сказать, я расслабился, да? Сейчас уже нам вкатали два гола. Спокойно прям. Так, даем пас Тахамате. Так, сейчас мы должны забивать четвертый гол. В любом случае, блин, я не успел. Пас Цубаси, хороший пас даже. Так что, но он все равно блокирует, а? Так, мяч у Бэмингтона. Так, уйдем. Номер 6. С помощью Тахаматы. Джито, отстань. Нужно всего лишь тебе просто забить гол, и все. Чего там плохого нет? Так, пас Цубаси. Так, мяч высоко, отлично. Так, я делаю удар через себя на всякий случай. Потому что пустой удар головой он отбивал, но, по идее, удар через себя он не должен отбить. Нет, отбивает, а. Что-то в первом тайме он как-то вообще не отбивал. Мяч уже у Хьюги опять. Так, мяч у Мисуги. Дадил попытается его остановить. Подкат. Да. Ничего из этого не вышло. Пас обратно Хьюги. Нет, пас Мисаки. И удар. Там Аморал есть. Аморал блокирует. И мяч у нас. Надеюсь. Так. Дадим пас Лиме, но там номер 8. Нет, там никого нет. Отлично. Так, Лима пусть ловит. Так, там номер 7 и 9 за ним идут. Так что дадим пас Батисте. Так, контратака. Так, дадим пас Субаси, потому что там близко номер 4. Надеюсь, он не будет сейчас. Повезло. Так, ну я попробую сделать драйв-шот, наверное. Потому что удар через себя не работает. Что еще делать-то? Он под специальной техникой и не ловит мяч все равно. И мы забиваем четвертый гол. Важный гол, кстати. За 8 минут до конца основного времени. Так, делает пас через Батисту. Хьюги, да? Что-то все время, почти все первые удары. Опять пас Мисаки обратно. Здесь Цубаса. Подкат от Цубасы. Цубаса против Мисаки. Итак, мяч выбит. И мяч у нас. Так, бежим, блин. Там Хьюга сзади семимильными шагами догоняет. А, блин, там сода. Блин, фу. Пронесло. Так, осталось меньше 5 минут. Так, Цубас еще не в штрафной. А теперь он в штрафной. Так, значит, драйв. Удар через себя не смогу. 4 защитника, офигеть. Нет, я не могу сделать. Значит, я сделаю удар через себя. Вратарь выходит из ворот. Джито, Ишизаки плюс Масао. И я бью все равно поворотом. Это, скорее всего, 5-й гол. И 5-й гол. 4 игроков Цубаса сделал. Теперь это уже безоговорочная победа. Теперь осталось поменьше пропустить. Так,
братья Тачибан решили побасоваться. Фэнси комбо. Гимми не атак, атака близнецов. Так, пас Хьюги. Там много защитников. И тайгершот от Хьюги. Там сейчас много защитников, так что Дотил ничего не смог сделать. Марини блокирует, но выбивается. Не, ну это я думаю, я отобью все-таки, надеюсь. А нет. Я даже не смог дотянуться до этого мяча. Ну, 5-3. Может, успеем забить шестой гол. Ну, вряд ли, времени мало осталось. Только Батиста сможет что-нибудь сделать. Сумси с Аморалом. Так, теперь посмотрим с Субасой, наверное, или нет, с Гилом лучше даже. Так, здесь Ишизаки, я бью по воротам. И фол, и вот он, возможно, шестой гол с пенальти. Ну, пусть Бэббитон сам и бьет. Уже первый гол так забил. А он угадывает. И мы теряем мяч. Здесь Батиста и Платон. Возможно, они смогут вернуть мяч. Да, так и случается. Так, мяч Аморала. Так. Пас Цубаси. И сейчас будет вообще неожиданная вещь. Простой удар. Ну, блин, там кто-то есть. Мацуяма замедляет его. Мяч летит, но он использует технику и отбивает. Батиста. Батиста, бей! Но Кармазов выходит из ворот и забирает мяч. Ну и все, это конец тайма. Дотил сейчас попытается отобрать у Хьюги мяч. И выбивает. Мяч у Сано. И все, свисток. Сан-Паулу выигрывает азиатский кубок. Смотрим заставочку. Мы сделали это. Мы выиграли японский кубок. Цубаса, ты будешь играть за Японию опять. Бэмминтон будет играть за Аргентину. Аморал и Дотил за Бразилию. Другие не... Ну, других не взяли. Сборные. Цубаса. Мы в одной и той же команде опять. Я. Цубаса. Это ты? Что? Санае. Пятью днями ранее в парке. А, пятью годами ранее. Так. Молодежный, как чемпионат мира близко. Я не верю в то, что 17... мне 18 лет, и я уже профи. Поверь в это. А? Ты играл отлично, начиная с детства. Санае. И ты станешь лучше. И ты будешь играть лучше, можно даже так, наверное, лучше перевести. Санае. Что? Я уезжаю в Бразилию. Цубаса, мы уходим скоро. Ишизаки. Что ж, не сейчас.
В общем, она не может поехать с ним. Хорошо. Спасибо. А, простите. Что будем делать сейчас, Ишизаки? Это место, где реально веселье начинается, или реальный фан. Это тут интересно. Команда как сначала приезжает в азиатский кубок. Сначала мы едем в азиатский кубок. Игра первая. Япония против Сирии. Итак, у нас новая команда, но о ней я расскажу в следующей части. Итак, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте комментарии. Всем удачи и до новых встреч!